Ну-ну-ну, давай! Yes! Успел. И сохранился я, видимо, не зря. Мог вполне сейчас умереть. Все, экзит. Вот-вот. Я огорчен. Хотелось бы подольше, конечно, в эту карту поиграть. Хорошая карта. И, как мне кажется, она не раскрыта. О, вот тоже. Ну, нафига берсерк вот в конце карты, перед экзитом? Мне это совершенно непонятно. Пойти что любить ради 100% убийств манкубусов? Почему нет? А пока что я скажу, что думаю по карте. Дело вот в чем. Мне она кажется недостаточно концептуальной. То есть, ну вот эта вот локация еще да. Вот это неплохо, конечно. Мне понравилось вот этот берег. И дорога такая вот. Но мне кажется, не до конца раскрыта все-таки идея. Можно было сделать что-то еще поинтереснее. Скажем, какие-то... Вот продлить эту дорогу куда-нибудь еще. Вот там ангар, а после него еще вот там дорогу, да? И сделать какие-то арки, под которыми можно было бы идти. Ну, я не знаю. Ну, идеи вот куча. Можно было бы сделать какую-то дорогу прямо по воде, ну то есть не по воде, а вот над ней как бы платформу сделать, по которой идет дорога, такая вот дорога по океану или там по морю, я не знаю, что это. То есть, ну, придумать здесь действительно можно было много чего, и автор этим просто не воспользовался, а сразу вот сделал экзит. И вот, а я еще к чему это сказал-то, а первая локация, где мы появлялись, она вообще какая-то непонятная. Она была хоть и неплохая с точки зрения геймплея, с точки зрения дизайна, она, по-моему, какая-то вообще никакая была. Непонятно, что это вообще такое было, и некрасиво как-то было. В общем, мне не понравилось. Но в целом карта вот... В общем, эта карта неоднозначная. Геймплей 100% мне понравился. Все-таки хороший геймплей. Без трудных мест, без каких-то нечестных... Ну, тут, ну, то, что появляешься вначале, в тебя стреляют, вот это вот не понравилось. Но, с другой стороны, там ты окружен другими монстрами, то есть попадает, по сути, в них, и они начинают стрелять других монстров, так что стравливаются, в общем-то, не так критично. Так что этот недостаток можно опустить. Вот, ну, значит, по геймплею мне нравится, а вот дизайн... Дело не в том, что он плохой, а дело в том, что он не раскрыт. Тема не раскрыта. То есть вот идея есть, вот эта вот дорога по берегу, но ее просто автор не раскрыл. Вот это я считаю минус. Причем минус серьезный, очень серьезный. Так, вот это вот мне очень напоминает одну карту из Плутонии. А, я забыл Pistol Start. Окей. Вот, вот о чем я, кстати, говорил, музыка. Не сказать, что эта музыка какая-то очень интересная, там, или очень качественная, ну, то есть, так, незатейливая, как это говорят. Незатейливая, но то, что она новая, хоть и не отвлекает особенно, вот, но то, что она новая, это уже как-то поприятнее играть так, когда музыка звучит новая. Не оригинальная, думовская. О, кстати, музыка, по-моему, даже ничего, так и приятная. Да, мне нравится музыка, да. Определенно. Не супер, но и явно хорошая. Так, там я вижу соус-сферу. Так, на кнопочку я нажимал? Нет, нажимал. Это вот интересная конструкция, никогда таких не видел. Чтобы решетки ограждали водопад. Не знаю, какую функцию это играло бы в реальном мире, но это просто интересно и красиво, надо, конечно, отметить, да. То есть вот она фантазия. То есть нужно иногда вот применить фантазию, и, казалось бы, глупая вообще вещь, которая в реальном мире, наверное, не было бы. Но в игре она смотрится хорошо. Так, вот это вот мне уже напоминает какой-то другой ват. Уже не помню какой-то, ну, отечественный.
Так, я вот за этим вот пришел. Угу. Хорошо, что я его оставил там. Глубокая вода, хорошо. Это в плюс. Кстати, двери вот эти вот мне тоже нравятся. Такие не от края до края, вот. Не отсюда до сюда, а вот посередине такие. Неплохо, неплохо. Карта. Ого, карта достаточно большая. Это хорошо, вот не в пример предыдущий. Вернее, в пример как раз стоило бы на эту карту ориентироваться больше. Хотя я так подозреваю, что автор, что карты расположены по мере того, как их строил автор. То есть первая карта она была первой, вторая второй. А это четвертая, видимо, вот он уровень качества свой повысил. И заключительная карта, поэтому лучше остальных, на мой взгляд, пока что. Туннельчики вот такие я тоже в Думе люблю. Несмотря на то, что, например, Android говорил, что не понимает, какой смысл вот в таких квадратных переходах, что, мол, в Думе только надо делать наклонными поверхностями, а такая имитация, недоимитация, я бы даже сказал, таких кривых поверхностей, мол, она плохая и выглядит тупо. Но, по-моему, вот мне нравится. Я не воспринимаю это как наклонную какую-то поверхность. Я вот что вижу, так и воспринимаю, что она такая вот квадратная. Но мне это нравится. Я люблю вот такие туннельчики. По-моему, это здорово. Во всяком случае, если лучше, если бы он был... В смысле, лучше, чем если бы он был просто какой-нибудь там квадратный. Или там с лампочками сверху. Ну, это было бы вот пошло, тупо. Кстати, радует еще то, что вот внизу вода идет. То есть сверху. То есть обычно делают, что и снизу тоже текстура кирпича была бы. А тут еще водичка течет. То есть все логично и достаточно интересно. Ага, вот и моя награда. Так просто я ее не получу, очевидно. Так, вон там патрончики есть, да? Окей. Меня стреляют. У меня закончился костюм, вот это немножко напрягает. Вот что плохо. Вот это мне не нравится. Почему монстр не может идти по воде? Я могу, он не может. Я такие вещи не очень люблю. О, 4. Вот почему нельзя было эти 4 костюма положить вот в центральной той большой локации с водой?